Подожди меня немного. Кто там штаны сыпся? Это ты? Гнида, покажи! Ты где? Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Смотрю, ты не боишься запасться. Подожди меня немного. Все, я здесь. Пошли искать. Жди нас, Эва. Нас увидят. Уходи оттуда.
Мы тебя все равно найдем, слышишь? Это Эвелин. Только не трогай. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три! Давай! Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Эй, Эвелин, мне надо знать, кто тебя нанял. Ты ебанутый? Не можешь подождать? Ее можно переносить. У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора.
Что с ней случилось? Честно, я не знаю. Похоже на серьезную психотравму. Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Эвелин, только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Слышь, Джонни, что мне сейчас делать-то? Делай то, зачем пришел. Спрашивай, пока не узнаешь правду. Джонни, она без сознания. Или очень хорошо притворяется. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три. Давай! Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Ее можно переносить? У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора. Что с ней случилось? Честно, я не знаю. Похоже на серьезную психотравму. Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. У нас мало времени, Ви. Ее надо отсюда вытаскивать. Хотя бы одну. Ради меня. Ладно, пожалуйста. Можешь хотя бы куриться, мне насрать. О, приятно вдохнуть что-то, кроме городской вони. И не говори мне, что тебе не стало легче.
Ну что, заходим? Дадим им немного времени. Ты же видел ее? Если бы от меня что-то зависело, я бы вернул ее в сознание и допросил прямо там, на студии. Только от тебя тут ничего не зависит. Идем. Что вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Мне надо с ней поговорить. Ви, я понимаю, ты хочешь получить от нее ответы на очень важные вопросы. На твоем месте я бы тоже хотела. Только у тебя не получится. Она выпала из реальности. Блять, она что, шутит, что ли? Как она себя чувствует? А ты как думаешь? Включи воображение. Эта студия высосала из нее все человеческое. Она отдала, что могла, но этого им было мало. У нее продолжали отбирать все больше и больше. Такое ощущение, что она в каком-то трансе. Совсем погрузилась в себя, не реагирует на то, что ее окружает. Мне очень не хотелось копаться у нее в мозгах. Просто знай, что я сделала это только ради тебя. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого. Знаю, все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. То есть ты их уже видела? Да. Пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Сколько брейн-дансов тебе удалось выдрать? 2. Из них только один целый и понятный. Остальное... Ну, все в том же состоянии, как сейчас Эвелин. Окей. Показывай. Погоди. Дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи.
Пойдем, Ви. Садись. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Эвелин, очень тебя прошу, помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Я знаю, что я не вовремя, но у меня вопрос. Ты знаешь, как можно вытащить мой биочип? Кто-то в городе может это сделать? Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Ты был прав. Мы просто теряем с ней время. Не, ну посмотри на нее. Ладно, запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас они загружаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. На что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из верхних. Можешь осмотреться, если хочешь.
Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезная нетранер. Или просто работает на пару с таким. Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафебори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где ты о нем слышала? Биочип не твоя проблема. Сними вирт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? А если он сам вдруг начнет говорить о... это не так важно. Может быть. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе? Это сужает область поисков. На что мне... Обратить внимание на устройство и охранные системы. Новости СИН на Архайвзёрд. Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. На что мне смотреть? И кто? Обратите внимание на устройство. Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не то чтобы на 100% уверен. Контрабанды нетранеры? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Сообщение проверить? Не знаю даже, с чего начать. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. Отлично, думаю, на этом все. Что скажешь? Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Ви. Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще, если бы я знала, во что она ввязалась... Ну, я так зла на нее. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. Она стала искать людей, и ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Запускай. Меня уже ничто не удивит. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском. Раз уж это вудуисты. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорит с той стороны? Thank you.
Ali burada gelmez olmaz ve tu intelligentlik sapı de bien. Mon se pa engagé. Un pli, c'est pi bon moyen. Nous vivons pour nourrir, sourire et nous. Faut que nous prenions chasse là. Où guillon pi bon idée? Et dis-moi, pi bon idée. Ça, je m'en prends pas. Je sais pas. Très bien, si vous décidez de prendre crédit qui s'en pense, elle continue et fait travailler. Oui, avec la fleur, oui, avec la fleur, oui, je n'ai pas envie de moi. Non, ça, je m'en vais, je n'ai pas envie de moi, je n'ai pas envie de moi, je n'ai pas envie de moi, je n'ai pas envie de moi. Oui. Расканируй телефон. Есть. Погоди секунду. Она говорила про Юринобу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде Сильверхенд. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай установлю. Ты пупая déjà allé? Oui, l'ai allé. Vous avez une raison, mademoiselle, tout intelligent pour ça, pour des biens. Ou pas, c'est mademoiselle a fait nous un problème? Mademoiselle pas engagé. Un pli, c'est pi bon moyen. Nous vivons pour nourrir, souiller, rinobo. Faut que nous prenions chose là. Mon zépin, un pli. Un pli, c'est pi bon moyen. Nous vivons pour nourrir, souiller, rinobo. Faut que nous prenions chose là. Moi, t'as ramé quoi, même j'avais, oh. Que si le Léon amène nous direct sous halte. Vous qui ont une bonne idée? Très bien. Si vous décidez de prendre crédit qui s'en pense, elle continue et fait travailler. Oui, avec la fleur, oui. Oui, avec la fleur, oui, je n'ai pas. Et puis, mon père. Ah, vous serez risque, nous n'en avons pas mal ici. Mais vous pensez, mon père, qu'il y a un problème? Vous dites. Mais vous n'avez pas de problème. Oui, allez, allez. Vous pensez, mon père, qu'il y a un problème? Vous êtes intelligent. Mon c'est pas engagé. Un pli, c'est pi bon moyen. Nous vivons pour nourrir, souiller, rinobo. Faut que nous prenions chasse là. Moi, t'as ramé quoi, même j'avais, oh. Que si le Léon amène nous direct sous halte. Vous qui ont une bonne idée? Ok, Judy. Très bien. C'est votre ici, c'est bon. Ladno, à qui tu penses? Elle continue à faire travail. Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер. И это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана энграмма Сильверхенда. Энграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это спокойно обдумать. Конечно. Таня, ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви.
Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А что, боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но... Если бы ты хотела отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Слушай, мне надо бежать. Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. До скорого, Джуди. Ага. Спасибо, Ви. Так, так, так. Коллекция Бушидо в формате брейн-данса. Первые три части давно стали раритетом. Что она и в роботах разбирается. Ты только посмотри на это. Думаешь, собирает их на досуге? После целого дня хардкорной порнухи я бы вообще не удивился. Что скажешь? Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще.
Нужно связаться с вудуистами, с их боссом. Поможешь? Так-так. Значит, заходим сразу с козырей. Босс вудуистов мама пришит, и связаться с ней будет тяжеловато. А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно. Ха. Примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Мама Брижит? У них там что, какая-то религиозная секта? Не было случая спросить, почему у нее такое имя. Просто ее все так называют. Я очень сомневаюсь, что это как-то связано с религией. Вудуисты со своим гаитянским наследием обращаются довольно фривольно. Я так понял, ты с ними не работаешь? Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточни. Прости, это лично. Да, очень полезная деталь. У меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистов? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать, и перезвоню. Ой!
Хорошо, поищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Можешь рассказать, как погибла Тибак? Конечно. Ее закоротили, как и всех, кто угрожает Арасаке. Она умерла в своей квартире. Ей спалили нервную систему. Представляешь, как это? Нет, не то чтобы. Говорят, это как будто 100 000 ножей пронзают тебя одновременно. По-моему, самая худшая смерть. Так жаль. Хорошая была девочка. Это что получается? Каждый встречный может сюда завалиться и купить какой-нибудь мегавирус? Почему не каждый? Официально мы просто чиним кибердеки. Но если ты придешь по рекомендации и внятно объяснишь, что тебе нужно, думаю, мы сможем договориться. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Так это ты, Ви. Слышал, наверное, что случилось. Такой ужас. Она оставила тебе демона. Подарок из загробного мира. Должен работать на всех деках третьего поколения. У меня мелитеховская Паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте. Есть что крутое на продажу? Да, если тебе это по карману.
Thank you.
Василий не зовет. Если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, они это в гробу видали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. Ты проблемы? Что мне надо будет сделать? А что, ты у нас внезапно стал разборчив? Придешь на место, все узнаешь. Мне ничего не сказали. Мне вообще показалось, что это я им должен платить за каждое слово. Ладно, а с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоу и подойди к алтарю. До тебя дотронуться или кивнут тебе. Что-нибудь такое. Понятно, спасибо. Прошу вас осмотреться. Где-то в этой точке был утрачен контакт с транспортом сети Доломей. Хорошо. Да нет, просто перезагрузить. Значит, придется обнулить себя самому. Эй, эй, ты чего? Я тебе не сделаю ничего плохого. А я себе сделаю. Зачем? Зачем себя разрушать? Потому что я несчастная машина в мире людей. Потому что я урод. У меня нет перспектив. И всякое хулиганье на улице меня третирует. Все равно, самоубийство не выход. Будешь советовать терапию? Не смеши. О чем со мной будет говорить мозгоправ? У меня нет матери. Ты мог бы вернуться к Доломейну, вернуться в сеть, стать частью большой дружной семьи. Доломейн меня ненавидит. Ха, страдаешь, потому что папочка тебя не любит? Ну ты и сука. Ты понимаешь, о чем я. Был бы Доломейн тебе безразличен, ты бы о нем сейчас и не вспомнил. Может, ты и прав. И я ведь даже не пытался с ним это обсудить. Ладно, возвращаюсь. Контроль над транспортом восстановлен. Благодарю. Кстати, вот этому остро нужна любовь и забота. Прошу прощения, не понял, в чем проблема, и нет времени уточнять. Боюсь, меня ждут срочные дела. Вот и проблема, вечно отсутствующий отец. Как скажете. Ну, я только что перевел вам часть вознаграждения.